Мы белорусы Одессы. Мы представляем добровольческий отряд имени Ильи Литвина. С первых дней войны мы находимся бок о бок с нашими братьями-украинцами. Мы помогаем ВСУ, мы помогаем полиции патрулировать город. Наши волонтеры помогают украинской армии. В то время как диктатор Лукашенко предоставил нашу белорусскую землю для вторжения на землю наших братьев-украинцев, мы хотим обратиться к вам, дорогие белорусы. Это не ваша война. Наш президент не усатый Лукашенко, наш президент Светлана Тихановская. В 2020 году вы показали, насколько сильный и объединенный может быть белорусский народ. Российские военные беспощадно бомбят украинские города, страдает и погибает мирное население. Война уже привела к тысяче жертв. Мы понимаем вашу беду. Мы вместе с вами чувствуем всю ту боль, которую вы проходите сейчас. Мы видим эти жертвы. Но мы будем стоять с вами бок о бок. До победы демократии и свободы. Слава Украине! Ура! Слава! Живей Беларусь! Живей вечно! Русский военный корабль! Иди нахуй!